судно «Атлантик Маринер». Оно прошлую пятницу зашло в территориальные воды Украины, везя на себе 5800 тонн дизельного топлива. Это судно загрузило это топливо в порту Феодосии, зайдя туда без разрешения со стороны Украины. И люди, которые организовывали данную процедуру, хотели это топливо разгрузить в Украине, не платя ни копейки за его растамаживание. Напомню, что растамаживание, уплата налогов при поставке 1 тонны дизельного топлива составляет около 4000 гривен. Всего от поставки на таком корабле топлива без растаможки умные, в кавычках, предприниматели могли сэкономить 23 миллиона гривен. Так вот, когда танкер «Атлантик Маринер» попал в зону Украины экономическую, честные сотрудники службы безопасности, которые ко мне обратились, они задержали данный танкер. После чего начались звонки из высоких кабинетов в Киеве. И я сегодня обращусь с депутатским запросом и генеральному прокурору, и с Валентину Наливайченко с требованием дать четкий ответ, кто, зачем и почему требовал отпустить данное судно, которое пришло из Крыма к нам, и почему такие действия предпринимались. Фактов захода судов в Крым есть сотни. Фактов привлечения к ответственности капитанов таких судов и конфискации таких судов есть аж один. Эта информация будет вам роздана моим помощником. Что мы имеем в виду? Корабли заходят в Крым, нарушают границы Украины, по примеру данного танкера. Затем они приходят в Украину зачастую. Их там задерживают на несколько часов или дней. После того, что с ними договорятся о определенных суммах, в зависимости от тоннажа корабля, его цели, его сроков постройки, эти корабли отпускаются. Список этих кораблей я также передам сегодня руководителю службы безопасности Украины, как это я сделал несколько месяцев назад, с вопросом, почему продолжается нарушение пограничного режима Украины. Почему кораблям разрешается заходить в Крым без разрешения Украины, а потом они свободно заходят в порты Украины и их после этого отпускают, хотя так делать не должны. Кроме всего прочего, относительно грузооборота с территории зоны антитеррористической операции есть уникальный случай. Одним из крупнейших грузопоставителей есть некая шахта имени Киселева, расположенная в районе города Тореза, в районе города Снежного. Эта шахта получила разрешение на экспорт угля с территории зоны антитеррористической операции. Поставила за последние полгода больше 300 тысяч тонн угля в Украину. Но самое интересное то, что этой шахты не существует. Она была закрыта порядка 10 лет назад. Есть все необходимые документы, есть люди, свидетели, которые, в общем-то, эту шахту закрывали, демонтировали все оборудование с нее. Тем не менее, эта шахта работает. Я обращался с депутатским запросом в Службу безопасности Украины, указывая вопиющий факт беспредела. Потому что почему какая-то группа лиц позволяет себе под документами эффективного предприятия поставлять сотни тысяч тонн угля? Скажу также, что эта группа лиц очень близка к бывшему семье президента Украины Януковича. Она продолжает работать, продолжает коррумпировать руководство Службы безопасности Украины. Хочу сказать, что такие факты я буду отслеживать до конца, до передачи этих дел в суд. И буду информировать общественность ежемесячно о ходе дел с шахтой Киселева, с вопросами с танкером «Атлантик Маринер», в котором 5800 тонн дизельного топлива пытались провести незаконно в Украину и так далее. Если мы поставим реальный блок контрабанде в этой стране и прекратятся вымогательства с предпринимателей, они будут платить налоги, то, поверьте мне, наша Украина будет очень быстро процветать.